Всем привет! Надвигаются холода и пора задуматься о теплой одежде. Куртка Fairbanks – классическая теплая Аляска, которая идеально подойдет для городских условий. Верхняя прочная ткань нейлон имеет долгоиграющую пропитку, которая надежно защищает от ветра и снега. Внешняя ткань не боится загрязнений и тактильно и внешне очень похожа на хлопок. Куртка имеет прямой свободный крой, чуть удлинена до середины бедра. Нагрудные карманы, в которых удобно греть руки на кнопках. Нижние карманы имеют клапана и застегиваются на пуговицы. Нарукавный карман на тракторной молнии с ухваткой. Центральная молния также тракторная, двухзамковая. Имеет ветрозащитную подпланку, которая в верхней части имеет трикотажную отделку. Прикрывается также клапаном. Внутренние карманы с левой стороны с вертикальным входом на молнии, с правой стороны с горизонтальным входом на молнии. Высокий воротник переходит в глубокий капюшон-трубу с отделкой из искусственного меха. Она съемная. Капюшон имеет классические регулировки по овалу лица и по объему. Имеется поясная утяжка с пластиковым фиксатором и нижняя утяжка, которая решена классическим способом. Это резиновый шнур, регулировка которого спрятана внутрь куртки. Рукав не имеет регулировки объема, однако имеет мягкий трикотажный манжет. Спасибо вам за просмотр и оставляйте свои комментарии на странице изделия на сайте компании «Сплав».